Хорошо. Итак, так планировать карьеру нельзя. Первое – это рвать с парнем. Два – бросать колледж. Три – работать в пустом магазине пластинок. Четыре – стать владелицей этого магазина и остаться в нем навеки. И пять… Ну, пятого нет. Она грустнее, чем обычно, или дело в свитере? В свитере. Что со мной не так? Почему меня всегда бросают? Почему всегда отвергают? Серьезно. Прошу их всех. Топ-5 моих самых тяжелых и запоминающихся расставаний всех времен. Правда, поговоришь со всеми? Да. Роб. Привет, Роб. Роб. Сюрприз. Ты была одержимой. Нет! Ну, зависела от своих чувств. Давай поговорим! Она назвала меня одержимой и зависимой от собственных чувств. Я что? Бы так не сказал. Ничего подобного. Да. Что за бред? Согласен. Да. В главной роли Зои Кравец. Если хочешь попасть в мир иллюзий, окунуться в прошлое и разобраться со всем мусором, то вперед! Вылези из ванной, вылези из дома и займись сексом. Мам! Слушай дальше. Все гораздо интереснее. Меломанка. Остановись, пока ты впереди. Ты это о чем? Остановись, пока не встретилась с тем, кто разбил тебе сердце. Нет, я это сделаю. Хорошо, конечно.